Итак, это анализ рынка 26 августа 2021 года. Рыночный фон на сегодня такой. Азия в небольшом минусе, фьючерсы США, ЕС и нефть также в небольшом минусе. По рынку РФ сегодня мы будем торговаться на сопротивление 1660 пунктов перед гэповой зоной. На уровне вчерашнего закрытия. К тому же сегодня начинается заседание ФРС в Джексон-Холл, поэтому все внимание на Джексон-Холл. Там, по мнению рынка, Джером Пауэлл должен что-то новое объявить. А объявит ли или нет, время покажет. Так чего же ожидать от заседания ФРС в Джексон-Холл? На самом деле ничего. Потому что дельта штамм ковида гуляет по миру. Проблемы поставками логистики тоже гуляют по миру. Реальный сектор экономики в Америке не восстановлен. Соответственно, экономика американская, особенно уровень безработицы, также не восстановлен к докризисным уровням. Соответственно, чтобы все эти проблемы нивелировать, ФРС все равно придется в рамках мягкой денежно-кредитной политики вливать деньги дальше в рынок. Это неизбежно, поэтому я ничего-то нового со стороны ФРС не ожидаю. Соответственно, все внимание на индекс доллара. Сегодня я, да и завтра, будет у нас ценовая волатильность в нем. Видите, пока все торгуется в рамках восходящего тренда, но этот восходящий тренд у нас будет скоро пробиваться вниз. Соответственно, да, коррекционное движение мы здесь указали, как я прогнозировал, в принципе, на сырьевых товарах. Кто захотел, тот заработал, я на нефти заработал, снимаю шляпу перед самим собой. Вот, поэтому все, что объявит Джерри Пауэлл, глава ФРС, на заседании ФРС Джексон Холл, это уже учтено в цене. Поэтому, если Пауэлл ничего не объявляет, дальше говорит то, что говорил ранее. Инфляция временная, волноваться нечем. Ждем индекс доллара на поддержке плеяд скользящих средних уровней 91,95 пункта. И ждем рост сырьевых товаров. Я делаю ставку на это. Не объявит Джерри ничего. Не объявит. Локальный индекс доллара перегрет. Пора бы охлаждаться. Далее нефть марки Brent. Тоже прогресс мой осуществился. Цена пришла на $69.15. Хотя, честно говоря, чего я не ожидал в цене на нефть, это эксцесса, то есть форс-мажора на Мексиканском заливе. Из-за чего нефть пошла еще выше, к $72 за баррель. Ну, естественно, не предскажешь всего этого. Нельзя предсказать такие вещи. Я же не мексиканец, я же русский все-таки. И, соответственно, сейчас будем торговаться на сопротивлении $72 за баррель. Выше не жду, ниже не жду. Давление со стороны индекса доллара у нас имеется. Выше пока не дадут. Если и дадут выше, только после того, как ФРС Джером Пауэлл промямлит все то, о чем мямлил раньше. Пока $72 за баррель. Потолок. Природный газ. Ну, во-первых, выше я его сейчас не жду. Потребление в Америке сокращается. Соответственно, первая цель это 3,60, вторая цель это 3,40. Я сейчас, честно говоря, не шарчу газ, да? Я пока вот для себя решил, пока абстрагировался от данного инструмента, дождусь вот этих уровней, там 3,60 и 3,40, дальше посмотрю, войти ли в сделку или нет. Надо будет просто вот по факту смотреть уже. Далее золото. Но я скажу следующее, что частично корреляция с индексом доллара, золото индекса доллара, она у нас немножко уходит в прошлое. Почему? Потому что на золото идет спрос со стороны мировых центральных банков. Соответственно, спрос равно росту цены. Внимание. Сопротивление $1805-$1810 за унцию самое важное. Тут проходит плеяда скользящих средних. Вот здесь вот. Но я ранее говорил еще вот здесь, что цена у нас придет вот сюда. Она пришла. 1790-1800. Вот сейчас все внимание на то, что цена торгуется в боковике. 1775-1800. Все, это боковичок. Здесь пока будем торговаться. Посмотрим, что скажет Джером Пауэлл сегодня и завтра. Это важно. Далее серебро. $24 за унцию. Два дня щупали. Поздравляю с прибылью, кто на этом заработал на фьючерсах. Сейчас по золоту не ждите пока что его выше. Еще раз, все внимание на Джексон Холл. Я делаю ставку на то, что Пауэлл ничего не скажет. И индекс доллара начнет свою коррекцию. Но, повторяюсь, я могу и ошибаться. Так что мои слова за последнюю инстанцию, за последнюю истину лучше не берите в расчет. Я сам ту ставку-то делаю, но, повторяюсь, могу тоже ошибиться.
Я понимаю, что серебро у нас будет и по 50, и по 60, неизбежно, на фактор цен на золото, да, там, 2,5-3 тысяч долларов за унцию, но это средний срок. Краткосрок цели серебра на уровень сопротивления 24,90-25 долларов за унцию. Но, повторяюсь, этот поход возможен только после заседания в Джексон-Холл. Да, у нас имеется ценовая конвергенция, наблюдаю, но проблема в том, что сейчас, видите, серебро остановилось у сопротивления медианы полосы Боллинджер уровня 24 доллара за унцию. Поэтому нужно проторговаться, пробить, проторговаться и пойти потом выше. Это возможно только после заседания Джексон-Холл. Внимание. Далее платина формирует формацию треугольник. Честно говоря, я не знаю, куда она сейчас будет выбиваться. Потому что, видите, минимумы все ниже, максимум на одних уровнях. Это проблема. Это проблема. Единственное, что может подтолкнуть цену на данный металл вверх, на пробой треугольника вверх, на пробой даже уровень 1025 долларов за унцию, это продолжение девальвации доллара к тем уровням, которые в начале этого видео я обозначил. Но это, опять же, возможно только после заседания Джексон-Холл, когда большие участники рынка будут фиксировать лонговые позиции по доллару. Я держу платину в среднесрочную позу, и локальную позу я рассматриваю от уровня 975-980 долларов за унцию. Ну а дальше посмотрим. Далее палладий, кто бы как ни говорил, но палладий — это самый волатильный инструмент на рынке драгметаллов. Отскок к уровню 2480 долларов за унцию осуществил, я об этом прогнозы еще давал, на анализе рынка, теханализ и прочее. Вот, сейчас ждем проторговку на поддержке уровня 2380 долларов за унцию. Индекс доллара давит на цену, частично давит. Дельта-штамм гуляет по миру, гуляет. И, соответственно, сейчас заседание ФРС будет, посмотрим, что Джером Пауэлл скажет там. Если, повторяюсь, все будет по-старому, ничего нового не скажет, индекс доллара пойдет в пике. Металл будет расти. Все виды металла, все виды сырья. Далее индекс РТС сегодня будет торговаться на сопротивление 1660 долларов пунктов, то есть гэп пока закрывать не будет цена. В совокупности с тем, что я в этом видео вначале сказал за первые 7 минут, все это влияет на индекс доллар. Сырье под давлением, индекс РТС тоже под давлением. Поэтому ожидаем проторговку сегодня на уровне 1660 пунктов. После заседания ФРС в Джексон-Холл посмотрим, что будет дальше. Гадать не будем. Далее пара рубль-доллар, тут имеется абсолютно боковик, 73, дефис 74-75 рублей за доллар. Соответственно, сейчас будем торговаться на уровне 74. Пока выше-ниже не дадут, я имею в виду, индекс доллара у нас, скорее всего, пойдет под коррекцию после выступления Пауэлла, когда он скажет все по-старому, что вот ничего не озвучит нового. Вот, поэтому, если что, цель находится по доллару ниже, 73.50, но сегодня 74 пока будет, пока 74, сегодня, завтра 74. Но по компании МТС цель закрытия гэпа, идея рабочая, если у вас нервы сдают, можете позицию фиксировать, забирать прибыль, если у вас нервы железные, держите дальше. Компания Татнефть одобрила дивиденды в размере 16,52 рублей за первое полугодие 2021 года. Это 3% годовых. Ну, где бы стоило ожидать Татнефть? Вот на 540 рублей за акцию. Я вот тоже раньше идею выносил, 540. Она, в принципе, актуальна. Цель вообще сюда, на 540. Закрытие минувшего дивгэпа. Дивдоходность позволяет. Далее, компания Киви. Вчера Владимир Путин заявил одну вещь, что Киви не смог получить статус единого центра учета ставок букмекерской конторы. Согласно подписанному распоряжению президентом РФ Путиным, таким центром станет не банковская кредитная организация «Карта». Рынок делал очень важный акцент на то, что Киви станет центром учета ставок букмекерской конторы. Ну, то есть, доп. Прибыль будет иметь. Но сейчас у Киви остался один денежный поток, это комиссионные доходы. Поэтому, что будет с Киви дальше, я сделаю про это отдельный материал сегодня. Ожидайте. Далее индекс Hang Seng и индекс Nasdaq China, китайский. В принципе, у нас сейчас техи неплохо отскакивают последние два дня по индексу Nasdaq China. Я напомню еще раз, шортовых позиций в Китае сейчас 31% по данным Bloomberg. С точки зрения дневного графика по индексу Nasdaq China пробивается медиана полоса Боллинджер. Это отлично, цели, то есть, будут у нас выше. Вот на это сопротивление 11845. Ну и по возможности на 12735.
То есть потенциал роста утехов еще имеется. Поэтому лучше, конечно, сейчас китайские акции держать в среднесроке, потому что, видите, да, у нас пока еще по NASDAQ China тренд не пробит. Пробитие тренда будет только после пробоя уровня. Вот этого уровня 12200 пунктов. Пробивает верхнюю грань этого нисходящего тренда. Отлично. Быки приходят цены. Но у нас среднесрочно китайский рынок перепродан. Это надо учитывать. А шортов достаточно для того, чтобы китайский рынок забабахать вверх. Это тоже надо помнить. Ну и, соответственно, сегодня я полагаю, что по Китаю сильного движения не будет на американской сессии. Такой, знаете, боковичок, скучный боковичок, потому что за последние три дня бумаги выросли на 20%. Нужно немножко остудиться. Но пока там ни о ком падении, ну, речи быть не может. У нас вообще, в принципе, сейчас в Китае фонды приходят, большие, причем значимые фонды. Банки, западные, европейские и прочее. Не удивлюсь, если китайское государство уже свои финансовые структуры загнало в рынок китайский, как оно бывало раньше. Как оно бывало раз, два, три, четыре, пять раз. Ну, уже пятый раз идет. Поэтому закрытие месячного графика по NASDAQ Golden Dragon, China, техе, китайские. Закрытие на уровне 11415 пунктов, это формирование креста Харами, это разворотный паттерн на месячном графике. И тогда все, люди, в рамках текущего восходящего тренда, глобального по Китаю, там уже 30-летнего тренда восходящего, у нас все, китайский рынок развернется вверх, и цели будут уже на перехай вот этого уровня, как и раньше, в принципе, перехай цена показывала, вот видите, вот так вот. В общем, нам глава SEC американского регулятора по рынку акций сказал, что делистинга не будет с китайских бумаг. Все, отлично. Я среднесрочно эти бумаги держу. Я понимаю, что срубить там процентов 60-70 роста скоро получится. По VIP-шоп, по МО, Alibaba, ну и пока все. Это мои позиции по китайскому рынку. В общем, ждем заседания ФРС. Я со своей стороны ожидаю того, что ФРС ничего не объявит. Скажет все по-старому. Инфляция временная, все временно, не волнуйтесь. Вот, индекс доллара в такой ситуации пойдет в пике вниз, и, соответственно, сырьевые товары будут расти. Но это моя базовая ставка. Повторюсь, я могу и ошибаться. Я не Ванга, будущее не вижу. Но я с точки зрения логики понимаю, что сейчас объявлять о сокращении стимулов — это максимально глупо. Потому что экономика не восстановилась. И я вам обосную в следующем видеоролике про экономический цикл, почему у нас будет через 3 года новая рецессия. Вы это сами увидите. Я это видео записывал ночью для вас. Посмотреть надо вот от и до. Оно короткое, 10 минут. Позиции я держу по Китаю, по промышленным компаниям. По промышленным металлам. Серебро, платина, среднесрочно имею в виду. Башнев тоже среднесрочка у нас по российскому рынку. Вот. Новые бумаги. Какие новые бумаги? Да пока никакие. Я их, в принципе, не рассматриваю. Я рассматриваю сейчас по трейд фьючерсы на нефть, на серебро, на платину. После заседания ФРС, после завтрашнего, то есть в понедельник уже. Потому что надо сейчас посмотреть, что Джером Пауэлл скажет на заседании. Вот. Если все по-старому, значит все. Индекс доллара в пол, сырьевые товары вверх. В общем, ждем. У нас имеются медиаресурсы в каждом закрепленном сообщении под каждым видеороликом в третьем пункте телеграм-каналы. Телеграм-канал про акции России, США, Китая, валюта, технический анализ и торговые идеи, на чем можно заработать. Телеграм-канал про сырьевой рынок, нефть, газ, платина, золото, серебро, палладий и прочие виды металлов для торговцев на фьючерсном рынке. Я сам фьючерсами торгую. Это канал для вас, на чем можно заработать. Телеграм-канал про облигации, фундаментальный анализ компаний, отчеты, мнения, аналитика, обозрение, на чем можно заработать на долговом облигационном рынке. И телеграм-канал «Биржевик банки и недвижимость». Все про банковский сектор и недвижимость. Также у нас имеется инстаграм-канал и ВКонтакт-группа. На любой удобный ресурс подписывайтесь и будьте в курсе всех событий. Ну и помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время и грамотная стратегия – наши главные союзники. Благодарю за внимание. До свидания.